А кто такой этот Чингачгук, о котором ты так много толкуешь в своей работе? Спросил бродяга. Чингачгук, мент. Представитель исчезнувшего племени. Конь мой, зовут Фома. Он стоит пока на парковке. Как на парковке? Ты что, ковбой, совсем очумел, что ли? Здесь тебе не конюшня. Так что пригляди пока за моим конем, чтобы не угнали. Вот как был ты в детстве, без руля, без ветрил, так таким и остался. Чингачгук хрена. Последний из мавикан, так как слово пришлось. И кого на сей раз изловил наш большой змей? Владимир Епифанцев. Что у магикан, что у россиян, все одно. Чингачгук. Премьер.